Здорово, народ! Сегодня мы с вами играем такой интересный лик. Он у нас в соль миноре. Ну, естественно, мы можем двигать его куда хотим. В любую тональность. Все лики, они универсальные, блюзовые, естественно. Он у нас идет по минорчику, а вернее использует как раз вторую и третью нотку минора. Самый красивый, да, чтобы душа расплакалась. И этот лик, он у нас носит такой характер ответный. Он не заходной, а это такая красивая ответка. Так, давайте же ее сыграем, посмотрим, как она звучит. Так, давайте еще раз его сыгранем. Так, давайте разберем, что у нас здесь происходит. Как я уже говорю, здесь у нас соль минор. И мы идем с вами по первому боксу, но вот с этими минорными нотками. Так, смотрите, мы начинаем вот отсюда. Вот с этого бокса мы идем из тоники. У нас сюда идет слайд. Потом прыгаем сразу через струну на третий лад. Вот сюда, на ноту ре. Сразу видите, да? То же самое мы делаем с третьей и первой струной. Так, видите, да, какой у нас ход интересный здесь. И теперь мы играем как раз вот этот бенд на полтона. Вот сюда, да, то есть минорчик. Вот у нас фраза. И идем сразу на третью струну. Опять здесь делаем вибрато. И оно такое, знаете, вибрато, оно должно быть... Оно должно показать как бы ноту вот эту вот соседнюю, вот эту блюзовую. Типа вот так мы должны сыграть, но только вибрато ее показать. Вот примерно так. Вот так будет красиво, так, смотрите. И у нас как будто бы читается здесь. Если мы с вами как по кнопкам сыграем, то будет вот так. Как будто бы. Но нужно это все сыграть красиво, с душой, по-блюзовому. Так, давайте, поехали. Видите, да, какая фраза? Красоты просто, не знаю, само очарование. Очень красиво. И я долго думал, какую же ответку к этой ответке прилепить, потому что настолько она хорошая и красивая, прям в импровизации... свое дело сделает и прям скажет именно прям слово свое. Мы с вами пойдем вот сюда, во второй. Вот сюда, во второй бокс. Мажорненький. И как раз ответочка вот этой ответки, да, как бы договорим эту фразу, будет вот так. У нас здесь бенд. Вернее, сразу с подъездом туда и вниз. Смотрите, да, еще раз. И опять прыгаем на третью струну. Вторым пальцем, вот этим. И у нас здесь слайд до пятого, а потом пулов в третий. Вот так, за одно движение. У нас должны здесь все ноты прочитаться, то есть как будто бы мы вот так играем. Идем в тонику опять. Здесь одним пальцем зажимаем потом вторую и третью струну на третьих ладах. И играем в форшлаг. Вот сюда. Так, давайте сыграем все. Так, еще раз. Так, давайте сыграем все вместе. И доиграем, смотрите, вот так. В тонику сюда же, в соль. Сюда. И потом большой палец тоже в тонику. И указательный палец тоже в ноту соль на третьем ладу здесь. Так, еще раз. Вот такая концовочка. Так, давайте сыграем все вместе.
Просто красота дичайшая. Что ж, вот такой лик поделился с вами, на мой взгляд, очень интересный, как раз такой импровизационный, в вашу копилочку. Что ж, увидимся в следующих видео, пока!